Столичные полицейские по горячим следам задержали воришку куртки из торгового центра. О краже товара сообщил представитель магазина одежды. Пропажу мужской ветровки за 4000 рублей обнаружили при инвентаризации. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что одежду похитил один из посетителей. Мужчина сложил товар в рюкзак и спокойно прошел через антикражные ворота. Личность подозреваемого установили, доставили в полицию для дачи показаний. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель столицы. Мужчина пояснил, что украденную куртку сбыл незнакомца на улице за 1000 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.